Ты реально ты время тянешь специально. Да на что мне время тянуть? Зачем? Зачем? У меня времени будет предостаточно пообщаться. Почему с тобой. Ты не хочешь, чтобы я за тобой ушла? Когда я уйду за проект. Почему? Вот, давай отвечай на вопрос. Я не верю тебе. Почему ты не веришь? Потому что ты не доказала обратное. Потому что я вижу, что только показуха, даже вчера нашел. Чем я не доказала, если тебе сейчас говорю, что я все хочу уйти? Я тебе что говорю, я не хочу уйти? Или давай подождем время, нет, еще неделю, как ты мне это говоришь? Нет. Так а что тогда? Короче, что должен тебе сказать? Ну, подожди. Ну. Что ты должен? Да, что я у тебя какой день, спрашиваю? Ты готов пробовать со мной, потому что ты вчера сказал. Нет, с такой ты нет. Ты вчера сказал, я что нет, ты хочешь Зиновьева. Вот сейчас говорю нет. Ты нормальный? Ответ. Ты хотела ответ, ты ему получила, ты что, ты нормальный? Ты мне говоришь, что не веришь? Нет. Не хочу здесь оставаться, я хочу с тобой быть. Прощись на поляну. Я вот тут тоже не понимаю, что ты человек. Ты мне ничего не можешь сказать. А что ты так хочешь на поляну, ты зачем? Я с тобой хочу, это же на поляна мне не нужна. Я с тобой за периметр хочу. Я тебе что, мешаю или что? Ты мне говоришь, ты не хочешь. Ты мне говоришь, что я тебе там не нужна. Ты говоришь, здесь оставайся. Ты моим словам даже не веришь. Мне плевать. Все, я отдала никого. Мне плевать. Мне плевать. Все. Мне плевать. Все, отойди. Мне плевать. Я все, я ухожу. Я ухожу. Все. Мне плевать. Мне плевать. Все. Я не выйду. Я не выйду из лодки. Я не хочу тебя отпускать или вместе, или вообще никак. Я тебе сказала. Мне этот проект нафиг не нужен. Я хочу с тобой быть. Все. Спокойно. Все. Все. Успокойся, все. Захочешь, приедешь?